В Московской области продолжается масштабный проект «Ледниковый период» в рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». 29 декабря красочное шоу пройдет в Одинцовском округе на новом катке в парке Малевича. Посетить представление, которое готовит заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Вербух, смогут все желающие. Начало в 17 часов.